Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И я представляю вашему вниманию мясорубку «Канди CG100». Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня, для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Мясорубка «Канди CG100» предназначена для приготовления фарша из филе птицы, рыбы, свинины или говядины, а также перетирания овощей. Модель имеет 4 прорезиненные ножки, поэтому устойчива на столе. Лоток для подачи мяса имеет широкое основание, что позволяет заранее подготовить много кусочков. Пластиковый толкатель создает безопасные условия при загрузке продуктов в шнек-устройство. В комплекте поставляются 2 перфорированных решетки для фарша, толкатель для мяса, фиксатор решетки и шнек. Мясорубка электрическая «Канди CG100» обеспечивает высокую эффективность переработки мяса, овощей и других продуктов в фарш. Она выполнена в пластиковом корпусе и оснащена двигателем мощностью до 900 Вт. Благодаря оптимальной производительности мотора за 1 минуту работы устройства можно получить до 2,2 кг готового продукта. В комплекте с моделью поставляются 2 решетки диаметром 4,5 и 7 мм. Схемные ножи выполнены из нержавеющей стали, поэтому устойчивы к коррозии и механическим повреждениям. Нож мясорубки имеет двухстороннюю заточку. Его можно устанавливать в прибор как одной, так и другой стороной, что сильно продлевает его службу и исключает неправильную сборку. Сборка самого прибора не вызовет никаких сложностей. Все предельно просто. Благодаря специальному фиксатору с резьбовым соединением насадки надежно удерживаются в заданном положении. Для начала работы устройства необходимо нажать на механическую кнопку на корпусе. Мясорубка «Канди CG100» поддерживает функцию «реверс», с помощью которой можно с легкостью извлечь кусочки при застревании. Модель имеет встроенную защиту, поэтому автоматически отключается при возникновении риска перегрева. Работает тихо, 75 дБ. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Все из пластика. Теперь перейдем к положительным. Машинка тихая. Приятный белый цвет. Удобно пользоваться. Ничего лишнего. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».